Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Волжский сад, с вами Елена. Наконец-то дождались первого цветения магнолии Red Baron. Этот саженец мы покупали в 2020 году у известного коллекционера магнолий из города Воронеж Андрея Миляева. Брали самые бронебойные сорта, потому что боялись, что магнолии в нашей местности, в средней полосе России, не перезимуют. Он нас уверял, что эти сорта при правильной посадке будут нас радовать своим цветением. Так вот, магнолия Sensation, которую я показывал в предыдущем видео, радует нас с 2020 года, с тех пор, как мы купили эти саженцы. А магнолия Red Baron зацвела у нас первый год. Показывает она нам сейчас три цветочка своих, самых первых, четвертый пока находится еще в бутоне. Сам бутон приблизительно около 12 сантиметров. Через несколько лет они, конечно, будут больше. По характеристикам эта магнолия будет иметь цветок более 20 сантиметров. Но уже и сейчас при 12 сантиметрах она выглядит очень привлекательно и очень красиво. Вот видите, это я снимала уже через 2 дня, бутон раскрылся и показал свой истинный красивый цветок насыщенного цвета. Само дерево такое раскидистое, Red Baron. Если Sensation оно больше пирамидальное, то это именно похоже на дерево. А высоту оно будет достигать 5,5-6 метров. Это пока только первые цветочки. Когда дерево подрастет, конечно, их будет намного больше. И это зрелище будет, конечно, бесподобным и потрясающим. Но нам и сейчас очень понравились первые цветы нашей магнолии. Далее я вам вставила несколько фотографий, которые я сделала. И на этом у меня сегодня все, дорогие друзья. Вы были на канале Волжский сад, и я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Не бойтесь покупать магнолии. Пока!